Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, 3 звезды, я забираю награды. Окей. Так, теперь задание. Какие у нас тут? Открыть колоду, сразиться в боях, испытания. Так, начнем с испытания, пожалуй. Сейчас мы его быстренько пробежим, потом откроем с тобой колоду. Потом прокачаем дальше сплинтера, да? И пойдем на арену, потому что, ребята, все, отпуск у меня закончился. Завтра у меня первая смена на работе. Так что, да. Теперь не знаю, ребята, как-то у нас будут распределяться видосики между этим каналом и вторым каналом. Потому что одновременно я все снимать сразу не могу. И туда, и сюда. Может быть, через день, хотя это вряд ли, потому что, ты знаешь, я работаю по 12 часов, и как бы через день не получится. Раз в два дня, скорее всего, вот так вот, да, может получиться. Так, тихо, хан. Ну-ка, на тебе. Да ладно, Усаги, ну что же ты? Ты же должен был его повалить. Ну-ка, Армагоша. Ну, красавчик. Естественно, он выжил, потому что, ребята, 80 уровень Шархана. Поэтому не удивляйся ничему. Так, ну что, мы с тобой прошли серию испытаний, да? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, забираем здесь задание выполненное. Так, открыть колоду и идем на сплинтера. Или как, вначале на сплинтера, потом колоду, да? Можно, в принципе, так сделать. Навыки. Так, мы прокачиваем ему удар ядзюцу. И нам нужно 17 наушников. 17, ребят. Давай-ка вот здесь, наверное, где хан. Попробуем поискать. Но, видишь, первая попытка не особо удалась. Вторая, кстати, тоже. И третий минус, ты прикинь. Так, ну-ка здесь. Да вы их достали своими современными журналами. Кому они нужны? Эти журналы ваши современные. Так, наушники выпали. Еще одни. Ну вот, совсем другое дело. Вот, пошло, пошло. Прекрасно. Великолепно. Так, сколько там, интересно, нам еще-то нужно? Да, по-моему, много, там 13 штук, если я не ошибаюсь, да? А мы с тобой... О, еще 8. Еще 8 наушников, прикинь. Так, 2. 3. Все, я, прикинь, я всю пиццу туда заклепал. И до сих пор еще 5 наушников не нашел. Да, ну ладно, хорошо, давай заберем тогда реворд. Так, открыть колоду. Открыть колоду, это мы сделаем. В магазине. Вот она, бесплатная колодушка, которая нам нужна. Так, сколько там еще немножко пиццы нашли. Подожди, а почему тогда у нас не получилось там допройти? Так, поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 22 тысячи. Ваня, ты где? Вот он, навыки. Да, хватает. Отлично. Так, забираем тут с тобой награды. Замечательно. Так, ну что, друзья мои, будем тратить, а? Сыр. Вопрос только куда? Сюда? Или туда? Давай сюда. 2 золотых осколка. Билет Эйприл. Вот, эксперт снаряжения, все. Так, а теперь вот здесь вот глянем. Блин, это мне не нужно. Вот здесь. А ну-ка. Так, Шинигами и Кунаичи. Блин, Аллапекс. 50 жетонов. Опа. Шини выпало нам. Так, 3 золотых осколка. Какая пицца? А, пицца тут еще. Подожди, а разве пицца? А разве... Ну да, ребята. А сыр у нас тратится только здесь. Ну, попробуем здесь тогда вытянуть. Опа! Фартит, ребята, фартит. Комикс-варвар какой-то. Снаряжение дух. А, серебро. 30 жетонов. Опять 30 жетонов. Все.
Закончился. Ну что, ребята, зато теперь со спокойной душой я иду на турнирную арену. Лига мастеров, ранг 34, 29 откатов, и сегодня мы с тобой должны забраться в топ. Понимаешь, да? Мы должны сегодня взять первое топовое место. А вот получится у нас, это вопрос интересный, даже для меня, ребят. Это очень интересный вопрос, потому что, ну, откатов 29, да? Мы еще даже с тобой не в лиге мастеров 3 звезды, а только в 2 звездочной. Это нам нужно туда подняться, еще как минимум 10 боев сыграть. Так, ну тут все отлично, великолепно. Армагон их всех истребляет. Бумс. Ну а что ты хотел? Вот так вот мы с тобой выигрываем. Так, ну что, двигаемся дальше, да? А дальше у нас что? Какой у нас ранг? 18-й получается, да? 18-й. То есть это как минимум еще нужно... Так, подожди, вот 17-24. Ну, возьмем Вовку. Вованыча. Так, откатик. Откатик. И... Подожди секунду. Раз, два, три. Вот меня сейчас интересует, сможем ли мы вдвоем, то есть я, как бы Усаги и Армагон, победить вот этих вот персонажей. Или же не сможем. Давай посмотрим. Ага, постепенный урон почти на всех, кроме Рокстеди, но он так и так от валуна сейчас упадет. Это неизбежно. И да. Слушай, а с Леонардо, когда мы играли, да, нам приходилось с тобой брать еще дополнительного персонажа. Здесь мы справляемся вдвоем. Сейчас посмотрим дальше. Сможем ли мы вот так вот с тобой держать эту планку или нет? Хотелось бы, конечно, держать, но... Такой щекотливый довольно-таки вопросик. Так, берем опять Армагона, берем опять Усаги. И здесь... Раз, два, три. Вот таким вот макаром. Давай смотреть. Так, здесь Донателло. Два Донателло есть. Ролевой и фильм. Ну-ка. Постепенка абсолютно на всех упала, ребята, и Армагон, скорее всего, уничтожает их. Тыч, да. Тут бескомпромиссная, ребят, победа. Они вдвоем делают просто какую-то имбу. Вот серьезно тебе говорю. Вот Усаги и Армагон просто... Леонардо не всегда вытягивал, если честно. Я не знаю, с чем это связано. Но не будем, как говорится, опережать события. Давай посмотрим. Вот дойдем с тобой, если чисто двумя будем играть, и дойдем до топчика, то я умываю руки, ребята. То я просто умываю руки. Но если мы где-то с тобой сфейлимся, то значит Армагон все-таки не без грешка, да? Все-таки есть у него уязвимочка где-нибудь. И мы ее увидим. Мы ее с тобой увидим. Так, поехали. Тут, конечно, много что зависит еще от Усаги. Потому что если он вешает постепенку, да? И если Армагоша, ну вот тут вообще великолепно. Посмотри, что происходит. Там видел Микеланджело, хотел сходить, но его убила постепенка. А так бы он, конечно, сделал бы какой-нибудь удар по любому из наших и, скорее всего, уронил бы. Но ему это не дано было, потому что, да-да, сила постепенного урона еще никто не отменял. Так, ну что, 85-я позиция, 23 отката. Здесь мы берем с тобой Матеуса. Берем, опять же, Армагона и Усаги. Нам нужно с тобой на 10 боев растянуть. Как раз двадцаточка. Как раз двадцаточка, да, получается? Ну да, раз, два, три. Так, ну что, мы с тобой когда спринтера прокачаем, да, по скиллам, и Ваньку, потом, наверное, все-таки будем Хана качать. Наверное, может быть, конечно, планы поменяются, но вот как-то пока вот душа лежит именно к нему. О, а вот здесь вот плохо, ребят, сыграл наш Усаги, потому что сделал постепенный урон только двум бойцам. Ну, этого достаточно. Этого хватило, чтобы Армагон их всех расписал. То есть, опять же повторяю, здесь тактика идет чисто на двоих. Берутся два топовых персонажа. Раньше у нас Усаги был вместе с Леонардо. Тоже, в принципе, неплохая комба. Но иногда Леонардо фейлился. Промахивался или не добивал.
И вот сейчас я специально хочу пройти в топ, ну, попытаться, по крайней мере, именно двумя этими персонажами. То есть берем Усаги и постоянно берем Армагона. Вместе с ними выставляем довольно слабых персонажей. То есть 51-й, 52-й уровень. То есть это довольно не сильные персонажи. И в бою против 70-х и 80-х они сделать, в принципе, ничего не смогут. Вот тут, если сейчас Майки не упадет, будет бобо. Но постепенно, видишь, все оно уничтожает. И мы бросаем валун. Вообще, вот когда берешь чисто двух топовых бойцов, да, хорошо просто, что у нас Усаги, у него очень большая инициатива. Кстати, ты заметил, что мы не видели против нас, вот я давно лично не видел, чтобы против нас выступал Зек. То есть во вражеской команде был Зек или тот же Армагон. Таких нет бойцов. Вот я сколько играю, я не видел. Я видел всяких, я видел Слэша, я видел Маузеров, очень много кого. Но именно вот, например, чтобы там был Армагон против меня, или Супер Шреддер, или Крэнк, такого нету. А почему? Вот объясни мне, почему таких бойцов против меня не выставляют? Тоже, да, интересный вопрос. Как будто его, их ни у кого нету. Так, ну что, давай смотреть дальше. Начинает Усаги. Да, вот здесь вот немножко слабенько. Посмотрим, как Майки упадет или нет все-таки. Ну, пока Армагон делает все, что может. И, в принципе, я очень доволен его поступками. Как он все это разруливает, как он это все сносит. То есть у меня никаких к нему пока претензий нету. Пока. Сейчас мы с тобой дойдем до полтинничка. Там уже будет посерьезнее поединочки. И мы заодно проверим. Так, Майки главное не брать, и все. Потому что Микеланджело в любом случае переплюнет даже моего Усаги по инициативе. И он там может, извини меня, повесить уклоняшку. И тогда мы, конечно, там будем фейлиться. А если не повесит уклоняшку, тогда будет хилять. Ну, смотрим. Вот вижу Роквелл, да, выступает против нас. Я вижу, выступает против нас Слэш. Но более никто. Это очень, конечно, интересно и очень странно. Почему так вот происходит? Несправедливо. Так, ну что, давай двигаться дальше. Так, какая там? 41-я? 44-я. Угу. 44-е место. Здесь мы с тобой возьмем этих ребят, да? 79-й уровень. 79-й уровень. Так, ну нам должно хватить, в принципе, с тобой вот этих вот всех бойцов, чтобы специально пройти в топ. Здесь Донателло, здесь Шреддер, здесь Бакстер Стокман. То есть довольно неплохая команда, если честно. Не знаю, тут даже если Армагон не добьет Бакстера, его постепенно уничтожат. Ну, конечно, Армагон, да. Ребят, я не знаю, что еще говорить. Тут слова излишни. Ты сам все прекрасно видишь, как он разбирает их. Не дает вообще ни малейшего шанса попытки какой-то там что-то сделать нам, понимаешь? Да, у нас, кстати, с тобой 150 монет. Надо будет их потом, не забывай, потратить. Ох, смотри, какая интересная команда. Три бибопа здесь. Ладно, давай проверим на прочность этих кабанчиков. Ну а почему бы и нет? Что нам запрещает, да? Три кабана. Офигеть. Поехали. Так, Усаги, естественно, первый начинает. Нашинковал не кисло. Так, Донни, интересно, да? Донни, в принципе, должен упасть. Бумс. Ну, как-то так, ребят, получается. Пока я тебе скажу, что связка Усаги вместе с Армагоном, по-моему, непобедимые. Я не хочу, конечно, тут что-то там накликать или, как тебе сказать, выделить. Я знаю, что есть некоторые игроки, которые говорят: «Рэй, ну почему ты Леонардо засираешь?» Ребята, я не засираю Леонардо, ни в коем случае. Я просто говорю, что я нашел связку, которая практически не проигрывает. Понимаешь? Практически. Я не знаю, может быть, конечно, так карты могут лечь,
что они возьмут и сфейлятся. Но вот на данный момент, сколько мы уже боев провели? Наверное, с 10, с 15 штук, да, боев. Ни одного фейла не было. То есть не было такого, чтобы кто-то выжил после наших двух первых ударов. И говорить, что это случайность, я тоже не могу, потому что, ну как тебе сказать, случайность в течение, извини меня, 20 боев? Нет, это закономерность. Это закономерность. Вот смотри, сейчас если он положит всех, ну что, я просто скажу тебе, Савидж, ну вот, видишь. Ты понимаешь, уровень бойцов, он выше не станет. Он не станет выше. Он будет топтаться на 79 уровне. Леонардо, я прекрасно помню, Леонардо... Бывало такое, что он не справлялся. Почему я брал третье подстраховочное лицо? Здесь я вообще справляюсь вдвоем, без какой-либо подстраховки. Вот и все. Осталось у нас с тобой сколько? Два поединка, по-моему, да? Ну, тут уже все. Мы уже дошли до топовых персонажей. Тут вообще волноваться нечего. Но все равно смотрим акцент именно на первых два удара. Смотрим на этот. Так, крутит, вертит. Ну вот, смотри, сколько у них здоровья. А, зэк тут еще влез. Ну, тут не получится, ребят. Но в любом случае, все равно бы Армагон, если бы даже ударил бы, они бы упали. Потому что зэк там не особо урона-то, кстати, нанес, если приглядеться. И остается у нас, по-моему, последний поединок. Сейчас посмотрим. Может быть, даже и этого хватит. Да, ребята. Все. Я могу твердо уверять, что Армагон и Усаги топ. Вот надо будет еще проверить, знаешь, кого? Леонардо и Армагон. Если там так же будет, то все. Топовые персонажи. И сам понимаешь, что из этого надо делать, какие выводы. Так. Я хотел посмотреть на Армагона. Что нужно для того, чтобы прокачать ему вот этот навык последний? Да, нам нужны, ребята, очень много чего нам нужно, если честно. Здесь два элемента, и здесь один. Но если их сделать, то это будет капзда всем, ребят. Здесь мы можем прокачать, но, насколько я понял, ребята, не стоит делать, потому что кто-то на взломке специально посмотрел и сказал, что Рэй, отличие по атаке у Усаги не меняется. Меняется только лишь вот эта вот процентовка, и все. Поэтому, как бы, я, ребят, не знаю. Я, наверное, все-таки либо Леонардо. Ну что, прокачиваем? Прокачиваем. Все, ребята, вы достигли последней ступени. Ты посмотри, увеличивает силу атаки на 100%. Ну, вот с такой штукой, вот с таким скиллом, мне кажется, он, наверное, переплюнет Усаги. Полностью, ребята, максимальный уровень, не считая, вот, конечно, вот здесь вот, вот этих вот скиллов. А так все тип-топ, ребята. Очень, конечно, нужно много вот этих элементов, очень много, просто посмотри. Ну ничего, у нас прокачка персонажей все равно еще продолжается. И нам есть, как говорится, куда стремиться. Так, давай-ка мы с тобой зайдем в магазин. В магазине мы с тобой приобретем ДНК. Будем качать, я так понимаю, ребята, шинник, да? Хотя на самом деле я хотел бы прокачать Шреддера. Ну шинник так шинник. Так, подожди, зачем ты меня выкинул? В магазин дай мне зайти и глянуть, сколько у меня? 585. 585, а нам нужно 710. Ладно, тогда потерпим. Ну что, ребят, вот как-то так. Ты сам все прекрасно видел, я надеюсь, тебе понравилась сегодняшняя игра. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.